Попасть в мои обзоры – большая честь. Рогов ответил разгневанной Кудрявцевой, обвинив в отсутствии чувства юмора. Александр Рогов уже давно стал одним из главных стилистов России. Он ведет несколько передач, одевает мужчин и женщин. К тому же он снимает и свои шоу, где иногда обсуждает луки звезд. Так, на проекте Насти Ивлеевой его просили назвать 5 самых безвкусных звезд. И в его список попала Лера Кудрявцева. Та была возмущена. Лера с издевкой заявила, что Рогов типа всех всему научит. Сам стилист решил не молчать и пояснил, что неудумевает из-за такой ситуации и реакции ведущий. Мое утро началось с этих историй Леры Кудрявцевой. Шоу-бизнес реально так серьезно к себе относится? Теперь понятно, почему после обзоров луков звезд русские селебрити на нас обижаются. Я был уверен, что они одеваются, чтобы с них угорали и обсуждали. Ну чё, согласны с Роговым?